Всем привет! Меня зовут Юрий Новгородский, и сегодня мы с вами поговорим о гитаре Yamaha FSX-800C. C означает cutaway, переводится как вырез, и вот этот вот замечательный удобный вырез в нижней части деки прекрасно подойдет тем, кому нужен доступ к верхним ладам. Эта гитара обладает уменьшенным концертным корпусом, что делает ее очень эргономичной, на ней удобно играть стоя, удобно играть сидя. Мне очень нравится, как она звучит, что неудивительно, ведь верхняя дека этого инструмента выполнена из массива ели. Приятным ощущением от игры способствует и очень удобный гриф, замечательные лады и безупречно работающая фурнитура. Пьезодатчик оснащен трехполосным эквалайзером с дополнительной регулировкой средних частот, а также тюнером. Такое оснащение определенно намекает на то, что гитара задумывалась как сценический инструмент. И действительно, трудно найти более удачный вариант для игры живьем. Ведь небольшой корпус делает эту гитару идеальной для столь популярного в наши дни фингерстайла. Вырез очень понравится тем, кто любит играть соло. В целом, на этой гитаре, как я уже говорил, очень удобно играть сидя, стоя, как угодно. Наконец, стоит упомянуть элегантный внешний вид инструмента. Помимо экземпляра, который я держу в руках, доступны еще два цвета, и любой из них будет замечательно смотреться. И самое главное, что при всех своих замечательных особенностях, при стабильном качестве и удобстве игры, это по-настоящему недорогой инструмент. Итак, друзья, Yamaha FSX-800C – качественный, звучащий и неприхотливый инструмент, готовый к любым испытаниям. Заходите в магазин «Мир музыки» и убедитесь в этом сами.